Спустя 3 года снова на родном паркете. После долгого перерыва в Пензе прошел «Хрустальный вальс». Мероприятие объединило сразу несколько соревнований. Это чемпионаты первенства региона, а также кубок губернатора по танцевальному спорту. За победу в состязаниях боролись более 200 спортсменов. На суд членов жюри и зрителей они представили несколько программ. Это европейская медленный вальс, венский вальс, быстрый фокстрот, самбо, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. История большая. На этом турнире выросло очень много известных пар чемпионов. И победители первенства России даже были здесь. Проводили раньше... Где-то 5 или 6 первенств России здесь проходили. Приволжский округ каждый год проходил. Сейчас местная федерация планирует восстановить позиции. Все ресурсы для этого есть. Ярослав Пшестелевский и Ольга Каякова в паре выступают уже несколько лет. Неоднократно поднимались на пьедесталы почета различных состязаний. На этих соревнованиях дважды стали победителями. Но на самом деле за хорошим результатом всегда стоят многочасовые тренировки. Но, наверное, все-таки волнение берет свое. Помимо пензенских спортсменов, в «Хрустальном вальсе» принимали участие представители Мордовии и Саратовской области.